Согласно поступившей оперативной информации, 27 мая примерно в 3 часа ночи два разведывательно-диверсионные группы вооруженных сил Армении пересекли государственную армяно-азербайджанскую границу на Кельбаджарском участке по двум направлениям. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана. Отмечается, что одна из групп состояла из 9, а другая из 15 военнослужащих. Подразделения азербайджанской армии приняли неотложные оперативные меры против обеих диверсионных групп при попытке заминировать пути снабжения и пути для прохода, ведущие к азербайджанским постам. В результате было задержано и обезоружено 6 диверсантов.